папа опять. Привет, привет. А не, пока-пока. Я недолго буду ждать звонка, потому что мы опять в покоях спальных рассматриваем. Как они почивали. Довольно неплохо. Мне просто не нравится толпень народа, когда они там просыпались. Короче, у них была проблема, они никогда не были одни. Хотя они угомонные, меня тоже любят не быть один. Качество ткани весьма неплохо. Да? Мы с вами помним, барокко симметрично, рококо нет. И рококо это рокаль, часть ракушки. Здесь барокко. Ну что, опять плюмаж, опять эта легкость небарочная. Легкость у нас всегда в рококо и симметрия. А здесь легкость только в плюмаже. Верно. Ну что, пора сказать чау-чау. Спокойной ночи. Обнимаю вас покоем и тишиной.